Проверка работы. Тюнер Sony. STS-333ESG. Прием на вот такую суперантенну. Москва. Плотная застройка бетонная. Низкий этаж. Все, короче, как идеальные условия для радиоприема. Многие женщины стали использовать эту процедуру так, для... Так, 87,5. По словам Ольги, нас... случается, что испанки ради выгоды Business начинают FM. Шантажировать своих мужчин угрозой... Восемьдесят 88,3, по идее, должно быть. Ретро FM. Далее. 88,7. Это у нас Юмор FM. 89,1. Без шумов и в стерео. Так, дальше. 89,5. Далее у нас в программе 89,9 должно быть. 89,9. Это у нас страна FM. Дальше у нас будет... Что-то типа 93. 93 авторадио. Нам подсказали. Дальше у нас 98. 98 релакс FM. Далее 91,2. Это у нас Эхо Москвы. Если их еще не переименовали. 91,6. Радиокультура. Далее. Далее у нас должно быть 92. Есть ВКонтакте, да, у них тоже юрисдикция. 92. Подразделение сейчас в компании. Дальше 92,4. Да, смешное радио под названием радио, по смешным названием радио «Удача». Так, дальше. 92,8. Карнавал FM. Так, карнавал. Дальше у нас что-то типа 93,2. 93,2 это у нас... Студио 21. Гордое название. Так, дальше 93,6. 93,6. Коммерс FM. Так, 94. 94 это у нас... Восток FM. Так, дальше. 94,8, по идее. О, 94,8. Это у нас «Говорит Москва». Вот дальше, по идее, какая-то станция должна быть. 95,2. Вот тут она ни под каким соусом не ловится у меня. Не знаю почему. Может, она и не работает. Ну-ка. Попробуем. Не-а. Так, ладно, не будем мучиться. Дальше, значит, у нас 95,6. Пожалуйста. 95,6 это у нас «Звезда FM». 96. Это у нас «Дорожное радио». 96,4. Еще одно смешное название. Такси FM. Так, 96,8. В
Все папы знают, молодые его, детское радио. 97,2. Это у нас Комсомольская правда. Почему-то нет стерео. 97,6. Не хочет он у меня в стерео приниматься, Комсомольская правда. 97,6. Вести ФМ. Далее у нас 98. Радио Шоколад. 98,4. 98,4. Новое радио. Так, ладно, 98,8 следующее. 98,8 это у нас Романтика. А вот дальше будет 99,2. Радио Орфей. Красота, стерео. И музыка хорошая. Так, 99,6 это у нас русский хит, нам подсказали. Дальше. Серебряный дождь. Радио с хорошей музыкой, но с говенными ведущими. Так. 105 это у нас Жара ФМ. Дальше 109 радио Вера. Далее, значит, у нас 109. Далее у нас, по идее, должно быть 101,2. 101,2 это у нас ДФМ, нам подсказали. Дальше. 101,7, по идее, по расписанию. О, какая боль. Какая боль, наше радио, какая боль. Знаковая тема. Так, ладно, дальше. Вот 102,1. Вот 102,1 тоже сегодня тишина. Может быть, какие-то ремонтные работы, не знаю. Или что там у них там, может быть, Монте-Карло. Радужное радио такое. Для радужных ребят и поросят. 102,5. Это у нас... Да, это Comedy FM. Comedy FM. Дальше 103. Шансон. Настоящие пацаны знают. О чем речь? 103,4. Радио Маяк. Так, далее. 103,7. Радио Максимум. 104,2. Это что у нас? Радио Энергия ФМ. Так, и сегодня вот что-то тоже. 104,7, радио 7. Отлично, сильный. Обычно сильный сигнал. Но сегодня что-то. А, не. Клевещу я на них. 105. Радиокнига. 105,3. Неизвестное для меня радио. Капитал ФМ. Так, ладно, дальше у нас. 105,7. Русское радио. Дальше. 106,2. Европа ФМ. А, Европа Плюс, извините. 106,5. Это у нас... А, 106,6 должно быть, извините. 106,6. Это у нас Лав Радио. Дальше 107.
Гумилёва, который вы поёте, есть... Радиоизвестие, наверное, да? Звук из РУ у меня называется, в шпаргалке. Поэзия. Так, 107.4. 107.4. Радио Хит ФМ. И 107.8. Милицейская волна. Как-то вот так. Как-то вот так. Еще раз прием, то есть вот на такую метровую, даже меньше метровой антенки. Первый этаж. Бетонная застройка многоэтажная вокруг. Город Москва. Вот моя шпаргалочка. По факту что мы имеем? Мы сегодня не поймали из этого списка громадного Монте-Карло. Может, у них там работали. Или там профилактика какая идет. И вроде все остальное. Стереорежим. Без помех. И так далее. Так что пишите в комментариях модели тюнеров-приемников, которые повторят такой же подвиг на метровый штырек. Внутренний, не внешний, в городе Москве.